Эту уникальную операцию сами кардиохирурги даже операцией называют редко. Говорят, больше подойдет слово «процедура». Несколько лет назад о лечении аритмии таким способом могли только мечтать. Никакого скальпеля, больной в сознании, на мониторе трехмерное изображение сердца. Как говорят врачи, эти технологии своего рода спутниковая навигация в медицине. Три маленьких магнита под столом излучают энергию не больше, чем мобильный телефон. В датчике устроен специальный сенсор. Хирург снимает его сигнал, находит источник аритмии и разрушает ее с помощью специальных технологий. Очаги аритмии можно определить с точностью до десятых долей миллиметра. Основное преимущество данных систем, они позволяют избежать рентгеновского излучения практически полностью, да, соответственно, обезопасить пациента. Плюс к тому же эффективность данных процедур выше, и они безопасны. Безопасность обеспечивают тончайшие катетеры. Они оснащены специальными датчиками, которые позволяют контролировать ход операции. Она длится в среднем 1,5 часа, и пациентам переносится легко. Как правило, он ничего не ощущает. Может быть, небольшое ощущение ломоты, тепла, покалывание. Но это вполне терпимо. Дальше уже двое глаз смотрим в самый ранний, правильно? Да. Берем. Скорость 400 миллиметров. Берем. Уже на следующий день после операции пациент может выйти на работу. Новую методику осваивают три самарских специалиста, в том числе внук нашего известного хирурга Виктора Полякова. За 2 дня прошло уже несколько операций. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, «События».